Я вас вітаю в ефірі програма «Коментарі». В гостях у нас сьогодні Вадим Данілян, заступник голови області. Поговоримо сьогодні про будівництво в області. Я вас вітаю. Доброго дня. Дуже дякую, що прийшли до нас до студії. Літній період – це такий період будівництва, ремонтів, відновлення великих об'єктів, дорожніх об'єктів і так далі. На сьогоднішній день дуже великий проєкт такий в Харківській області – це дорога, одна з головних артерій області – це дорога МРФа Лозова-Павлоград. Нещодавно відбулася інспекція цих робот. Розкажіть, що відбувається на сьогоднішній день. Да, на самом деле ремонт и восстановление дорожной отрасли в Харьковской области – это первоочередные задачи, они стоят в приоритете, и руководитель области Юлия Светлична взяла под личный контроль строительство этих дорог, а также использование бюджетных денег при строительстве этих дорог. Да, была рабочая поездка по Лозовскому району Первомайскому, по пути следования строительства данной дороги. Это дорога Р-51, это дорога Харьков-Мирефа-Лозовая-Павлоград. Дорога в ужаснейшем состоянии, которая была одна из самых разрушенных в Харьковской области. Она была построена в 60-х годах прошлого столетия и не восстанавливалась и капитально не ремонтировалась практически вообще никогда. Это дорога, дорога жизни, которая связывает Харьковскую область, которая связывает Днепропетровскую область. Это дорога, которая связывает также через Лозовской район, основной транзит идет на Донецкую область. И на самом деле в этом году по инициативе руководителя области лично были выделены деньги и было заложено в бюджет отдельной строчкой бюджетной программе финансирования ремонта данной дороги. На сегодняшний момент эта дорога отремонтирована на 44%. Самые разрушенные участки были восстановлены основания данной дороги, а также накрыты верхним слоем асфальтобетона. Мы вчера проехали по этой дороге, провели рабочее совещание на участке работы. Это на границе Лозовского и Первомайского района. Видели, как работают дорожники. Юлия Александровна Светличная провела совещание, обратила внимание на технологии ремонтов, а также на качество асфальтобетона, на качество выполняемых работ и, конечно же, на целевом использовании бюджетных денег. Для нас, для областной администрации, для руководства, для руководителя использование финансового ресурса, целевого использования – это задача номер один. Щодо технологій саме на цій дорозі, як говорили дорожники, там на різних дільницях різна технологія використовується, так? В зависимості від степені розрушення даної дороги, в зависимості від того, живое основание самой, ведь дорога состоит из нескольких частей, это и основание, это и нижний слой, и верхний слой, и также это полоса отвода, которую мы видим, когда едем. И ремонт данной дороги, капитальный ремонт, он зависит от степени и разрушенности самой дороги. То есть там, где разрушено и задето основание самой дороги, там делается основание, укладывается. Потом это специальная смесь, которая щебень, цемент, укатывают ее асфальтоукладчиком, укладывают и укатывают катками. И после этого накрывают нижним слоем асфальтобетон. Мы вчера видели, я извиняюсь, видели у дорожников есть такое понятие «пирог». Этот, и я скажу, для всех скептиков все могли увидеть, что и основание самой дороги 20 сантиметров, также нижний слой асфальтобетона, он внушительный. И скажу, что легковой автомобиль съехать на обочину просто во время ремонтных работ не имеет возможности, потому что на самом деле дорога делается качественно и основательно. Підрядник дає гарантію виконаних робіт? Скільки років цієї гарантії? Любая подрядна організація, яка робить, в договорі це прописано, дає гарантійний срок, срок износу даної дороги і гарантійний срок цієї дороги 10 років. Ми повинні розуміти, що будь-яка дорога, вона має свій ресурс в условиях експлуатації, в условиях складних погодних умов. 10 років – це срок, который подрядчик дает гарантию, и в случае возникновения
негативных ситуаций подрядчик за свой счет восстанавливает разрушенный участок дороги. У нас такая была один участок дороги, и мы об этом говорим, и не стесняемся, что была подрядная организация, которая в прошлом году сделала и некачественный асфальтобетон пошел сеткой трещин, и подрядная организация в этом году за свой счет сняла разрушенный слой асфальтобетона, сделали замечания, сделали предписание, они за свой счет сняли слой асфальтобетона и уложили новый. Все за свой счет. Це район окружної дороги? Да, это район окружної дороги. Угу. 44% виконаних робіт саме на дорозі Харків-Мирифа-Лозова-Павлоград. Липень місяць, це за планом йдуть дорожники чи перевищують план? Скажіть, коли, в принципі, будуть завершені роботи, які плани? В Харківській області дуже велике кількість об'єктів дорожньої інфраструктури, які встановлюються, і по задачі, яку ставить нам руководитель області Юлія Світлична, до наступлення негативных погодных условий, при которых работы проводить нельзя, чтобы все работы были выполнены. У нас, кроме дорог, у нас 15 объектов дорог государственного значения, которые мы реализуем в Харьковской области. И вы знаете, что есть проекты, которые мы реализовали в прошлом году, мощные, сильные. Это дорога Харьков-Ахтырка, которую сделали 82 километра, это дорога М-03. Київ от Харкова направлення на Славянск. Це, звісно, дорога Чугуїв-Мілової, яку встановили, і яка ідеально нове покриття до Куп'янська, з Куп'янська на Луганську область. Там є кусочок, який ми плануємо привести в порядок. І в цьому році 15 дорог государственного значення, які ми робимо, а також 93 об'єкти, дорог местного значения. Это 89 объектов дорог. И у нас 4 объекта – это мосты, которые мы восстанавливаем. По планам. Мы поставили задачу до середины ноября закончить все работы. Ну, работы на дорогах, они состоят из нескольких частей. Это работа с асфальтобетоном, чтобы были благоприятные погодные условия, а также работы по отсыпке обочин и по приведению в порядок зони розмітки отвода. І все інше. А потім, звісно, розмітка. А якщо говорити саме про цю дорогу Харків-Мирифа-Лозова-Павлоград, то, в принципі, на ті кошти, що в цьому році були заплановані використати, коли ми можемо бачити закінчення робіт по тому бюджету, що виділен цього року? До октября ми плануємо цю дорогу закінчити. Нижній слой асфальтобетона. Я хочу обратить ваше внимание, мы вчера рабочие поездки были на нескольких объектах, в том числе и на дороге, которую мы строим на местной дороге. И хочу подчеркнуть, что это первая дорога в Украине местного значения, которая строится с нуля. Это дорога, которая... Уже в незалежной Украине, так, за незалежность да. Украины? Да. Угу. Это первая дорога, это дорога, которая... скинет основной транспорт в объезд города Лозовая. Это дорога, которая финансируется за счет субвенции на дороги местного значения. А также мы предусмотрели, вчера проехали два мостовых перехода, один путепровод на объездной этой дороге, который будет восстановлен. А также выделим деньги на строительство новой площадки для проведения весового контроля. Угу. Ведь на самом деле очень важный момент для всех жителей, для руководства и руководителей области на этом заостряет особое внимание. Это весовой контроль. Як він буде відбуватися? Весовой контроль, весовой габаритный контроль на дорогах Харьковской области производит трансинспекция совместно с и общественными организациями, а также с привлечением дорожных служб. Дорожные службы обеспечивают площадки, которые позволяют проводить весовой контроль, а трансинспекция с перевозными, с переносными весовыми комплексами ездит по Харьковской области и на этих площадках проводит весовой контроль.
На данный момент у нас 4 весовых комплекса есть. Проводят. Я скажу, что перевозчики, которые нарушают законодательство и превышают, их останавливают, выписывают штрафы, и они потом их оплачивают. Яка межа ваги дозволених? На дорогах государственного значения до 38 тонн, а на дорогах местного значения до 24. Угу. Об'їзна дорога навколо Лозової – це вкрай важливий проєкт для Харківської області, для того, щоб нова дорога не зіпсувалася. Я знаю, дорожники говорили, що там зроблена велика робота з місцевими жителями, відвод комунікації, навіть вдалося зекономити гроші на те, щоб, в принципі, не возити здалеку матеріали. Так? Розкажіть, яка робота зроблена була, вона там колосальна. Когда мы согласовали этот проект, когда Юлия Александровна Светличная нам поставила эту задачу, то на самом деле выполнили очень огромный круг работы. Мы прокладывали дорогу, которая проходила по полям и участки. Земельные участки были распаёваны, были отданы людям в пользование. И совместно с главой Лозовского района, совместно с администрацией и дорожники проводили встречи, работы, договаривались с людьми, изымали участки и давали взамен другие. А также проводили работу по проектированию и отводу коммуникаций. Там рядом с этой дорогой находится сооружение, которое обеспечивает водой и Лозовской район. Там были коммуникации, которые мы тоже переносили. Я скажу, что при проектировании столкнулись с очень большим кругом проблем, с ворохом проблем. Столкнулись с тем, что последнее время не строились дороги вообще, и специалисты, которые бы этим могли заниматься, их практически не осталось. Поэтому сами с нуля каждый шаг, каждый документ собирали, а также отводили там участок земли для складирования материалов, для техники, а также подрядная организация под дорогу объездную Лозовой привезли новый асфальтобетонный завод и его монтируют для того, чтобы рычаг доставки асфальтобетона до строительство этой дороги не превышало 1 км. Скоротити, так. А які терміни щодо будівництва нової з нуля дороги навколо Лозової? Нам поставили задачу, чтобы мы на день Лозової, на 16 сентября, эту дорогу сделали. И мы сейчас делаем все возможное и невозможное для того, чтобы эту дорогу до этого срока сделать. Угу. Ще один такий незвичайний проєкт, який готується, лише зараз проєктна документація, на окружній дорозі біля екопарку зробити перехід, да, через дорогу, де є така небезпека там для людей. Я бачила на фото цей проєкт дуже, дуже цікавий, незвичайний. В Україні, напевно, таких і немає ще. Да, є такий проєкт, виділено фінансування і сейчас служба автомобильных дорог запроектировала этот переход. Это в районе экопарка по объездной. Также объявили тендерную процедуру. И сегодня должны были через систему Прозора уже вскрытие участников для проведения аукциона. На самом деле это важный проект. Важный, потому что объездная очень нагружена, количество посетителей экопарка, так как у нас такой прекрасный экопарк,
очень большое, и не только с Харьковской области приезжают, вы знаете, приезжают из других областей, и это, этот переход позволит обеспечить безопасность участников дорожного движения, угу, и водителей, и пешеходов, которые будут переходить, а также там размещение автотранспорта. Угу. Цей проект запланований не на один рік, наскільки я знаю, на 2 роки запланований, і більше того, буде розширення дороги, так? Да, там буде уширення, там буде переход, ну, там буде зроблена серйозна робота, проведена будівельна робота. Це буде хороший проект. Про дороги можна говорити і говорити. Дуже велика кількість ремонтується, відновлюється, будуються нові дороги. Але ще один з проєктів Харківської обласної державної адміністрації – це енергія світла. Так, освітлення населених пунктів Харківської області, сіл, селищ, там, де, в принципі, дуже давно не було освітлення, і люди забули, що, в принципі, можуть бути вулиці освітлені. Минулого року багато зроблено, так? На цей рік також заплановане освітлення під'їздів. Розкажіть, що зроблено вже на липень місяць? В Харківській області є проєкт, проект губернатора Юлии Светличной «Энергия света». Проект подразумевает, он состоит из двух частей. Это одна часть освещения улиц населенных пунктов. Вторая часть – это освещение входных групп многоэтажных домов. Мы в прошлом году этот проект реализовывали. Увидели, насколько это востребовано жителями, насколько это нужно, насколько это важно, и решили увеличить, расширить саму программу. Общее количество подъездов в Харьковской области 7 500 с половиной, 5 000 требует освещения, 3 500 это на этот год мы предусмотрели в программе, 3 500 входных групп многоэтажных домов по Харьковской области осветить. На сегодня осветили 2700, это порядка 70 с копейками процентов. И продолжаем до конца года. Мы, конечно же, эту программу по входным группам закроем. Якщо можна, тобто роз'яснення для глядачів. Більше 7 000 під'їздів було, 5 000 без світла знаходилися. Да. Тобто 7 500 під'їздів всього і 5 000 під'їздів, які... 5 300, угу, подъездов, которые нужно осветить. В некоторых населенных пунктах органы местного самоуправления могли позволить себе выделить деньги и освещали, а в большинстве, как мы видим, из 7 000, 5 000 не были освещены. Мы программой предусмотрели осветить 3 500. Цього року? Тобто да. Наступного... В этом году мы должны осветить 3 500. 2 700 подъездов мы уже осветили. Угу. И дальше мы продолжаем эту работу. Но я хочу сказать, что освещение подъездов – это освещение не только входной группы, а ставят осветительный прибор, а также датчик времени суток. И этот осветительный прибор мощный, светодиодный, современный. И он освещает входную группу до, ну, если посмотреть вечером, он освещает не только подход возле подъезда, а берет большую территорию. Тобто освещает, дитячі майданчики, і, все, що біля... Да, освещает прямо до дорожки, где, угу, подъезжают автомобили. Ну, как правило, это везде одинаково. Поэтому очень хорошая программа, очень воспринимается, люди очень благодарны. Очень много сейчас и кандидатов в депутаты, которые говорят, что это их идея, они это делают. Ну, для нас головне, що це востребовано людьми. Угу. Продовжується також освітлення самих вулиць. Да, я знаю, і... що там проблема в стовпах ще є, тобто там велика робота. Да, і на сьогоднішній день ми проводимо роботу по освітленню вулиць, населених пунктів. Ми хотіли би освітити їх одразу всі, там, де люди, виросло ціле покоління людей, которые не видели, как выглядит их улица ночью во время освещения. Да? Поэтому мы это продолжаем, и на сегодняшний день у нас 27 таких проектов, проводим тендерные процедуры. Из 27 мы
12 тендерных процедур уже провели, заключили договора, приступаем к работе. Остальные проекты сейчас на экспертизе и будем проводить тендерные процедуры. До конца бюджетного года мы эти объекты тоже осветим. Це програма не одного року. Наступного року також планується продовжити її. Да, це програма, яка прийнята з депутатами, з депутатським корпусом. Вона розраховано до 2022 року. Не багато часу залишається, але не можемо не поговорити про великий проєкт, який планується ще розпочати будівництво. Камінь заложено будівництва. Це великий, потрібний для Харківської області онкоцентр, який, в принципі, ось-ось почне будувати. Так, расскажите, пожалуйста. Да, на самом деле это очень, очень мощный и серьезный проект для Харьковской области. Это проект, который ждут не только жители Харькова и Харьковской области. Я скажу, что с учетом ситуации, которая происходит на востоке Украины, то, конечно же, жители и Луганской, и Донецкой областей. Это будет мощный онкоцентр, построенный с современным оборудованием, которые позволят людям лечиться в городе Харькове. Тендерная процедура проведена, проект есть, договор заключили, работы начали по переносу коммуникаций, и работы продолжаются. Я скажу, что для руководителя области строительство онкоцентра – это задача номер один. Сейчас это задача номер один. И скажу вам, что Юлия Светличная, когда берет на себя какие-то обязательства, она их всегда выполняет. И такие мощные проекты, которые были реализованы в Харьковской области, и филармония, которую мы видели, и никто не верил. И когда ее открывали, даже старожилы, которые работали, вспоминали времена, когда хотели отдавать или под ресторан, или под казино, и не верили, что туда выделят деньги и сделают такой прекрасный проект. Это и строительство физкультурных комплексов по Харьковской области. Такие прекрасные, дают возможность заниматься детям, взрослым. И такие, как в Золочево, Красный Кут, Красноград. Я скажу, что в Красном Куте порядка 35 тысяч жителей могут воспользоваться, когда его построят. И так далее. У нас по программе Державного фонда регионального развития много объектов. Это и в Изюме бассейн, который так ждут. И ездил, это вообще город, который закреплен за мной как за заместителем. Я приезжал, люди обращались к Юлии Александровне, передавали письма о том, что в Изюме есть все, кроме бассейна. Помогите нам, пожалуйста, со строительством. И на данный момент проект есть, тендерная процедура проведена. Деньги, источник предусмотрен из фонда, Державного фонда регионального развития. Поэтому этот объект мы тоже построим. Поэтому я скажу, что в Харьковской области, наверное, такого бума строительства и дорожной инфраструктуры, и вообще инфраструктуры не было. Що ж, дуже дякую вам, що розказали про те, що зараз відбувається в Харківській області, і про плани. Будемо чекати на нові успіхи. Дякую. Дякую. Я нагадаю, що говорили сьогодні про будівництво, про об'єкти, які будуються в Харківській області. Гость програми Вадим Данілян, заступник голови області. Дякую, до побачення.